часы, там будет все подписано, Кензо Такада. То есть вот эта коллекция на вас от Кензо Такада? Да, от Кензо Такада. Мастер вдохновился красотой кристаллов, преломлением граней, вот, яркостью цвета, как он сказал, даже необузданностью камней, которые вот он так вот... И она будет представлена в каком каталоге? В 15-м каталоге. Вы можете купить, как мы назвали это, предзаказ со скидкой ошейные украшения и кольцо, которое на мне. А в 16-м каталоге будет полностью представлена вся коллекция, включая и часы, и аксессуары. А здесь? А вот здесь это то, что... Собственно, я хочу вам показать немножечко книжку. Вот смотрите, это не Эйвен пишет про себя, это про нас пишут, да, потому что Эйвен очень сильно ценится в винтажном мире. И нас копируют, нас с вами копируют, мы сами хотим гордиться своей историей. Начиная с 13-го каталога, мы проинспирировались нашими почерковыми дизайнерами, да, вот, рассказываем несколько историй и показываем наши именитые дизайны, скажем так. В каждом каталоге будет представлена одна из коллекций, будет рассказана история, чем мы вдохновились, собственно, что являлось прототипами. И вот это то, что, ну вот это точно то, что будет стоить дорого. Поэтому я вас поздравляю с возможностью получить удовольствие сейчас, но и в будущем. Немножко про то, что вы взяли еще себе. Расскажите, купили. Да, я непосредственно купила себе несколько коллекций первых. Помните, у нас были красивые коллекции с цветами. Положила себе в шкатулку. Я знаю, что это вот то, что я могу передавать по наследству. И более того, это то, что я знаю, является неким вложением, да, потому что Кензо Такада, коллаборация с ним, это действительно серьезная история. Это то, что будет стоить дорого. И кто еще? Я не успела заснять. А это? Это наша коллаборация Эйвен с Кензо, господи, с Кензо Такада, с Кеннет Джей Лэй. А это великий ювелир, который сделал бижутерию или воздвиг бижутерию в ранг искусства. Он очень хотел сделать ювелирные изделия, доступные всем женщинам, да, потому что вот такие красивые, настоящие камни, да, но не каждая женщина себе может позволить. И в этом намерении мы сошлись, Эйвен и Кеннет Джей Лэй, создали несколько шедевров. Ну, собственно, все эти дизайны взяты из именитых ювелирных коллекций. И сейчас они очень сильно ценятся на винтажном рынке, стоят очень дорого. В изделиях Кеннет Джей Лэй не гнушаются, а наоборот, с большим удовольствием ходят дивы и леди первой величины, такие там, как Кейт Миддлтон, в том числе, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Диана тоже очень любила